кто Лев Дуров, выдающийся русский актер, говорил о своем герое в 17 мгновениях весны. Режиссер Лиознова предложила мне роль Клауса. Играть такую гадость, провокатора, поначалу возникло желание отказаться. А потом думаю, а откуда такие люди берутся? Нас же мамы не рождают ни героями, ни преступниками. Стала разгадывать, раскручивать. Клаус очень болтлив, и Штирлиц спрашивает его: «Вы никогда писать не пробовали?» Книги он отвечает: «Нет». И тут я понял, Клаус хотел стать писателем, но не хватило таланта, и он решил мстить человечеству за свою несостоятельность. А так очень часто бывает. Разве нет среди вашего окружения людей, которые вымещают на нас с вами свою несостоятельность?